Второй вариант. Вы можете редактировать, соответственно, выйти, точнее, в редактор через библиотеку, медиафайлы библиотека. Итак, заходим в раздел «Медиа». Ну, это в том случае, да, если у вас уже загружен какой-то файл, и вам нужно просто его отредактировать. Вы уже не находитесь в записях, не редактируете запись или ее не создаете, а просто нужно привести в порядок файл. Заходим в «Медиафайлы библиотека». Дальше выбираете какой-то файл для редактирования, просто кликаете левой кнопкой мыши по этому файлу, и открывается редактор. Тут вообще тоже все очень быстро, да? Еще раз, медиафайлы, библиотека, выбираете картинку левой кнопкой мыши, кликаете и нажимаете «Редактировать». Посмотрите, сейчас назад вернусь, покажу еще раз. Обращаю внимание, что мы вышли в редактор из внешнего вида, да, то есть отображения библиотеки, миниатюры, да, то есть еще раз напомню, что у нас два разных способа отображения медиафайлов списком и вот такими вот квадратиками, миниатюрами. То есть сейчас мы вышли через такую возможность. И третий мы рассмотрим, как выйти, опять же, в редактор из списка. Почему акцентирую внимание? Потому что все по-разному, да, вот выглядит и иногда просто не видят, где, куда кликать. Да, кстати, когда вы кликаете на кнопку «Редактировать», да, это мы еще не в редакторе, «Редактировать», мы попадаем на страницу редактора. На страницу редактора. Ну, то же самое, да, что было в предыдущей варианте, точно такой же, он выглядит так же.